кошки! Хватит бездельничать! Быстро все за мной! Никиса, ну куда это ты нас зовешь? Да, куда это мы должны бежать за тобой? И зачем? На дворе весна, скоро лето! Конец зимнему безделью! Ну и что? Теперь мы что же, должны бегать, как ненормальные по двору и кричать от радости? Ура! Весна наступила! Ура! Скоро лето! Так что ли? Ну, действительно, Никиса, это как-то глупо! А я вам вовсе и не предлагаю по двору бегать, как ненормальным. Пойдемте, мышей ловить! О, мышей? А уже можно? Мыши уже вылезли из своих норок! А я о чем говорю? Конечно, уже вылезли! Бегом, за мной! Стой, Никиса! Чего тебе еще? Только не говори, что ты боишься мышей! Ты че? Конечно, я мышей не боюсь! Тогда вперед! Да подожди же ты, Никиса! Не надо никуда бежать! Я хочу сказать, что у нас прям дома завелась мышь! Как это? У нас дома мышь? Что ты такое говоришь, Чика? Если бы мышь была у нас дома, то мы бы давно ее поймали! Конечно, поймали бы! Она только что завелась! Я ничего не понимаю! Чика, это все твои фантазии! Тихо! Слышите? Кажется, это дверь скрипнула! А теперь что-то шуршит! Вот, убедились, эта мышь шуршит! Я, конечно, не уверена, что это мышь, но проверить нужно. А откуда этот шорох раздается? Мне кажется, что из той комнаты. Я его уже давно слышу. Вот как только мы подошли, шорох затих. А на нас кошек почувствовала и затаилась. Да что мы стоим и гадаем? Мы что ли испугались? Нужно зайти и поймать эту мышь. Ничего себе, мышка! Вася, пусть Никиса одна пойдет и посмотрит, а мы подождем ее в сторонке. Испугались? Да нет, не испугались. Ну так, на всякий случай. Чика, это ты должен пойти в комнату. Ты же кот, а испугался какую-то мышку. Вася, а вдруг это не мышь? А кто? Да ну вас! Я пойду и посмотрю. Ну что, Никиска, поймала мышку? Нет там никакой мышки. И вообще там никого нет. А кто же тогда шуршал? Это, Чика, у тебя слуховые галлюцинации. Неправда. Мы все слышали, как что-то шуршало. И дверь скрипела. Ай! Ой! Что скажешь, Никиса? Мне это тоже показалось? Да, тут что-то не так. Вася, это ты у нас специалист по всякой паранормальщине. Пойди в комнату и разберись. О-о-о! На мышь это не похоже! Дверь закрыта! Ну как же я войду? Вася, берегись! Ты что кричишь? Напугал меня! Мне показалось, что я в окне увидел какое-то чудовище! Чика, ну это уже слишком! То ты шорохи слышал! А теперь уже и чудовищ начал видеть. Все, кошки, нужно с этой мистикой заканчивать. Пойдем во двор мышей ловить. Вот это правильно, а то мы тут с ума сойдем. Кошки, дым. Ой, это уже не шутки. Вася, что же нам делать? Я не могу открыть дверь, но я смогу проникнуть.
проникнуть туда. Как это проникнуть? Через портал пространства. Ой! Я дам вам сейчас глаз дракона, и вы сами все увидите. Василиса, ты все-таки пробралась сюда! Кто ты и что тебе нужно? Разве ты меня не узнаешь? Нет! Ха! Скоро мы с тобой познакомимся поближе! Я Дог Дэй, я друг Кэтнепа! Что тебе от нас нужно? Месть! Я отомщу вам за моего друга Кэтнепа! Нет, ты это сделать не сможешь! Месть! Вас ждет моя месть! Вася! Ой, Вася! Ну что, кошки, вы все? Да, было такое ощущение, что мы тоже там были. Это было очень страшно. Не бойтесь, на самом деле вы продолжали сидеть в комнате, и вам ничего не угрожало. Так значит, у нас в доме сидит Дог Дэй? Да, и он собирается нам мстить. Вася, ну что же делать? Кошки, вы посидите здесь и подождите меня. А я пойду и посмотрю в инете, что тут можно придумать. Думаешь, в инете ты найдешь ответ? На инет надежды, конечно, мало, но попробовать стоит. Да нет, Васька, в инете никакого ответа, только время теряем. Это точно. Все надежды на ее суперспособности. Чика, Дог Дэй сейчас ворвется сюда. А Васьки нет. Никиса, я знаю, что нам нужно сделать. Знаешь? Да неужели? Да, знаю. Мы должны забаррикадировать дверь. Как это? Стульями. Заставим всю дверь стульями, и Дог Дэй к нам не ворвется. Правильно, гениально. Чика, ты молодец. Ну, как получилось? Тебе нравится? Здорово получилось! Вот Васька удивится! Мы без всякого интернета справились! Сами придумали! Это я придумал! Кошки, что это вы сделали? Не видишь, что ли, баррикаду? Зачем? Как зачем? Чтобы Дог Дэй не смог выйти! Это я придумал! И даже в интернет не подглядывал. Бестолочь ты, Чика! Это еще почему? Отличная идея! Дог Дэй теперь не сможет открыть дверь и выбраться наружу. Чика, Никиса! Да вы забыли, что дверь открывается внутрь комнаты! Точно! Ну, Чика, ты дурень! Ой, а я не подумал. Значит, Дог Дэй сможет выйти? Да легко! Кошки, мне страшно. Дог Дэй сейчас вырвется из комнаты. Да ему и вырываться не надо. Просто возьмет и выйдет. И нам конец. Его месть будет ужасна. Бежим, кошки, наверх. Кошки, мы, конечно, убежали. Только долго ли мы будем в безопасности? Я думаю, недолго. Вася, а ты что-нибудь узнала в интернете? Нет. Так я и знала. Может быть, волшебным огнем долбанем по уроду? Нет, волшебный огонь тут не поможет. От него он хорошо защищен. Тогда что же делать? У меня есть топор. Топор?
При чем здесь топор? Мы что, будем с Догдеем сражаться топором? Кошки, не тупите! Это не простой топор! Волшебный, что ли? Ну, конечно, волшебный! Значит, нам не нужно будет идти в бой на Догдея с топором? Конечно, не нужно! Топор сам полетит в Догдея! Ничего себе, топорик! И этот топор уничтожит Догдея? Ну, надеюсь, что уничтожит! Что это за грохот? Это, Чика, Догдей твою баррикаду разломал! Думаешь, смог поломать баррикаду? Даже не сомневайся! Раскидал, как щепки разбросал! Сейчас сюда явится! Вот и пусть приходит! Мой топор его уже ждет! Ну что, котяры, попались? Сейчас я вам отомщу за Кэтнэпа! Вася, что ты медлишь? Вася, а где твой топор? Эй, волшебный топор, сделай свое дело! Вот это да! Вася, ну и топорик у тебя! Да, мой топорик знает свое дело! Ой, Вася! А где же Догдей? Не знаю! Да ладно, кошки, какое нам дело, куда он делся? Сгинул! А что это еще за шум? Кажется, шум идет из комнаты! Пойдемте посмотрим! Кто-то как будто бы стонет!